Дорогие друзья, всем огромный-огромный привет из Крыма, от петушка Петра и от всей нашей большой, пушистой и пернатой компании. Ну и, конечно же, от меня. Ребята, день просто великолепный, чудесный. Кроме всего прочего, сегодня день влюбленных. И поэтому просто всем хочется от всего сердца пожелать счастья, любви, самой чистой, прекрасной и очень надолго. Будьте счастливы. И как маленький сюрприз, хотим с Петром рассказать вам историю, которая случилась сегодня утром, совершенно неожиданно. Но мы порадовались и хотим порадовать также и вас. Поэтому берите чашечку чая, кофе или сока, устраивайтесь поудобней и наслаждайтесь с нами чудесной историей. Друзья, у меня опять удивительная новость, которой я спешу опять с вами поделиться. Ребята, помните, на днях выходил выпуск про голубушку-беглянку, пеструшку? Так вот, я сейчас вернулась из магазина, и когда возвращалась, глянула в небо, парят два белых голубя. Вы знаете, что у меня семеро белых, или как вот мраморных. Один из них павлин с большим хвостом, который узнаваем даже в небе. Я думала, он гуляет с какой-то девушкой или, я не знаю, из этой же компании. Но я никак не могла предположить, что он летает с пеструшкой, ребята, у которой была травма крыла. И вот на данный момент пеструшка сидит на крыше соседского дома, там, где люди давно не живут. И, блин, это она с ним была в небе. Я сейчас постараюсь заснять. Может быть, у нее получится перелететь. Я уверена, получится. Раз она была в небе, значит, с крылом все хорошо. Вот это подарок. Это подарок, на который я не рассчитывала вообще никаким образом. Сейчас буду ждать, чтобы она оттуда взлетела все же. Вот, друзья, пока пеструшка все же продолжает отдыхать на коньке дома, покажу, что внутри тут у нас. А внутри у нас, в принципе, все хорошо, как обычно. Лентяйчики сидят дома, утром у них был облет уже. Вот, и почему я точно уверена, что это она? Потому что, вот смотрите, я когда вернулась домой, сразу же пересчитала. Вот, раз, два, три, четыре, пять. А, где у меня шестой? Так, раз, два, три, четыре, пять. А, шестой товарищ вот сидит. Принц. Соответственно, наверху. Конечно же, пеструшка. И при приближении камеры, да и глазами, я вижу, что это действительно она. Ребят, сегодня, кстати, 14 февраля, день влюбленных. Всех поздравляю. Опа, ребята, обалдеть. Петя и я тоже в шоке. Сейчас, ребят, сейчас, секунду. Ребят, ну прошло уже больше получаса. Я просто не понимаю, куда делась голубка. Последний раз я ее видела... Вот вместе с вами вот этот последний кадр, как она вспорхнула с крыши. Но вы видели, полет был не корявый, абсолютно нормальный. Я обыскала весь соседский участок. Вот это кто-то летит. Она? Нет. Нет, это темный голубь. Блин. Обыскала весь соседский участок. Не нашла никого, ничего. Да и кроме того, если бы, предположим, если бы она падала... Во-первых, был бы звук, хотя бы глухой, но я была достаточно близко, я бы его распознала. Во-вторых, ну, опять повторюсь, полет-то был нормальный. В общем, буду ждать ее.
Надеюсь, она вернется. Просто после нескольких месяцев сидения в голубятне, конечно, наверняка ей захотелось прогуляться. Надеюсь, не обратно в парк, потому что ее ждет дома маленький малыш. Ну и муж, как бы. В общем, надеюсь на возвращение. Очень-очень жду ее. Петя, Петь, иди сюда. Иди ко мне, мой хороший. Иди, моя радость, мое солнышко родное. Пойдем. Что, мое счастье? Мое белое облачко. Счастливый петушок гуляет по зеленой травке в феврале под ярким зимне-весенним солнышком. Да, Петь? Ну что, будем ждать девочку? Конечно, будем ждать. Конечно. Ребята, половина второго дня. Я, к счастью, дома. Вот она, беглянка наша любимая. Боже мой, как я счастлива, что она вернулась, друзья. Совершенно случайно в окно увидела. Честно, я переживала, что уже она не вернется. Я очень надеялась, конечно же, потому что рядом и другие голубятни есть. Но я понимала, что птичка первый раз улетела. И, возможно, если она и вернется, то, может быть, не столь скоро. Но, к великому счастью, друзья, блин. Господи, сегодня просто чудесный день. Я говорила, что сегодня 14 февраля, день влюбленных. Так вот, я продолжу свою мысль, что пара воссоединилась. Слава тебе, Господи, Боже мой. Ребята, блин, я теперь даже не переживаю о том, что она в опасности. Она в полной безопасности. Господи, крылья целы. Местность она знает. Все, что, о чем еще мечтать. Сейчас пойду я сниму внутри голубятни. Так. Вот. Ребят, даже комментировать ничего не буду, сами видите. Пеструшка наконец-то дома. Ее муж готов уступить место в гнезде, там, где подрастает птенец. Вот, в общем, боже мой, слава богу. Я теперь просто, я безумно счастлива. Наверное, так же, как и павлин. Вот их встреча. Павлин такой, а я сильный и не волновался, я был в курсе, что она вернется. О, ребята, блин. Просто милота. Друзья, теперь большое счастье еще и в том, что они теперь вместе могут летать, парить в небе, наслаждаться свободой и настоящей птичьей жизнью. Господи, она у меня, по-моему, с октября. Я вот посмотрю точно по съемкам предыдущим. Сегодня, повторюсь, 14 февраля. Птица прошла свои летные испытания. Значит, она полностью здорова. И, о счастье, полноценная птичья семья, в которой подрастает чудесный малыш. В гнезде, естественно, ребята, беспорядок. Вот, но просто к гнезду особо подходить сейчас пока еще рановато. А птенчик, вы видите, он похож на маму. Тоже будет пестренький. Не знаю, девочка или мальчик. Узнаем об этом позже. Пеструша, милая, с возвращением. Девочка моя хорошая. Thank you.
друзья, огромное счастье, когда вот такая история, как сегодняшняя утренняя, заканчивается именно вот так. К счастью, очень удачно и счастливо для пары, и абсолютно счастливо для вот этой птицы, которая, повторюсь, обрелась свободу и свою прежнюю, хорошую, качественную птичью жизнь. Дай Бог, пеструшка, дай Бог, чтобы все было у тебя дальше хорошо. И у пеструшки, и вообще у вот этой пары. Дорогие мои голуби, именно сегодня, вот именно вашу пару хочется поздравить с Днем Святого Валентина. Никогда никого с этим праздником не поздравляла, потому что не отмечаю. Вас поздравляю первых. Пусть у вас все будет хорошо.